вы уже вышли куда? Мы уже сейчас по руслым опорам. Ага. С этой стороны поднимаемся, да. Та сторона своей мы закончили. Да. Здравствуйте. 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 Самый сложный очень этап. Приятно, что вы вот. К нам заехали. Спасибо. А мы не первый раз к вам заезжаем. Я знаю. Да, да, хорошо. Как у вас дела? Лучше всех. У вас мост нужен или нет? А как же не нужен? Ну хорошо, сейчас мы вот... Вот хотела сказать спасибо. Помните, да? Мы летом встречались в Дом культуры? Я вам задала вопрос. Да, да, я когда знаю. Когда мост? Да, вы сказали, через 10 да, дней выгулю да, всех. Да. Точно. А тогда же не верили? Не верила. И как молодец. Начали приезжать все молодец. Вагончики, говорю, молодцы, молодцы. Все, теперь вы уже точно. Их. А как же? Готовить нет, они ребята, молодцы. Ну, бригада подрядной работает от души. Да. Да. Вот мы сейчас у общаемся. Были сейчас еще в Каменке здесь у вас. Вот тоже заезжали. Там Дом культуры строится. Да, хороший там, Дом да. культуры. Да. Вот сейчас мы вроде бы, да, где Каменка, где Заволжский, да, ну, образно говоря, в рамках страны. Да, Березова, в рамках всей страны, правильно? Да, да. А Путин и там деньги выделил федеральные, и сюда выделил федеральные. Вот о чем, понимаете? Да, да. Мы с той стороны выдвигаем сюда. Вот этот пролет и следующий мы уже монтируем кранами, а пролет, который русского участка, мы все надвигаем с той стороны. То есть надвижка с того берега. Да. Ну правильно, да. Сколько сейчас человек вам достаточно здесь, да? Людей достаточно. Но вы зимой-то не встанете у нас? Нет. То есть объем работы-то есть, правильно? Нет. На данный момент мы по графику идем. По графику. Но хорошо то, что мы не встали. То, что вы раньше заказали, да, и уже вот сейчас они как бы подходят. Вы там будете их разгружать, да, и уже... Мы немного даже идем с опережением. С опережением, да. Ну хорошо, если так, проблем нет. Спасибо большое. Да. Я понимаю, что не подведете. Тем более, так не должно было.